учит огонь, потому что вода обогащается кислородом именно компрессором, и воздух попадает туда, и сероводород будет отдуваться. Скажите, пожалуйста, когда вы говорите, дополнительные дома присоединили? Я не знаю. Ну вы говорите, сумасшедший водоразбор стал. Раньше посмотрите, когда построили, подсоединили 141 дома и 57 дома. Я не веду хронологию, когда их подсоединили. Потом вот эти возле 24 дома поставили. Я 3. Про них говорю, 141 дома. Да. Их как раз 3 вели. Да, больше новых не было. И сейчас вот эти 4 строят, еще нагрузка будет. И еще нагрузка будет. То есть получается, ну просто большой. У меня, говорю, скважин не выключаются. Сколько метров скважин? 150. Приблизительно 150 плюс-минус. И напорная колонна у меня на 84. Ну, вы всю жизнь здесь работали, да, получается? Ну, большое время. Давно. А скажите, пожалуйста, сколько примерно кубов вот в пик уходит? Оборот сейчас идет пик. Полный. 3200. 3200 кубов? В сутки? В сутки. Обалдеть. А станция рассчитана на сколько? Ну, вот это полный оборот не вижу. Она сейчас работает по максимуму. На пределе. Да. А как часто вы фильтры меняете? Какие фильтры? Ну, нет, здесь фильтров фильтр. Вообще нет. То есть у вас только подача воды и все. Идет вода из скважин в резервуары, с резервуаров в сеть. Получается, а резервуары где? Если подключить вот эти 4 дома, то вообще будет тогда получается. Ага. Вот раз, за станцией второй и дальше третий. То есть они наполняются, да? Да. Эти резервуары наполняются, и вода там отстаивается. Она не отстаивается. Она прям напрямую шурует, да? Да. Идет. Со скважины идет сюда, отсюда по трубе в насос, и насосом подается в город. То есть она без водоочистки, без водоподготовки идет. Новые дома идут тоже на перекрой, вот здесь они как бы в другом узле. Вы мне вопрос задаете. Я не знаю, куда их будут подсоединять. Я не занимаюсь сетями. Я занимаюсь вот этим агрегатом. Почему я говорю? Вот в данном случае мог бы на вопрос ответить представитель администрации. Как мы там это делаем? Понятно, они значит планируют. Ну, вот. Максимальная мощность это предельная величина. И можно увеличивать. Сейчас она уже будем считать на пределе. Да, она, мне кажется, уже давно пределы все смотрите, свои. Получается, я говорю, что так резерв исчерпала.